Венеции в Иванове не будет. В этом журналистов заверил руководитель комитета по благоустройству городской мэрии Анатолий Смирнов. Все ливневые коллекторы в Иванове на данный момент работают исправно. Правда, их не так много. Лишь 27% всей улично-дорожной сети города оборудованы ливневками. Но там, где их нет, работают специальные машины по откачке воды. Особенное внимание уделяют проблемным участкам дорог. Те места на улично-дорожной сети, которые подвержены подтоплению, мы их хорошо знаем. Они из года в год у нас повторяются. Вот видите, сейчас техника, значит, подошла, две машины работают на привокзальной площади. Далее, значит, идет район улицы Фрунзе, район въезда в город со стороны родников. То есть работы, еще раз говорю, ведутся очень интенсивно. И наша главная задача сейчас не допустить остановки общественного транспорта, чтобы люди наши добрались вовремя с работы на работу.